В эфире новости мы продолжаем. Фестиваль «Наука-0+» в Новосибирской области официально закрыт. Сегодня на торжественной церемонии участникам и организаторам вручили благодарственные письма и грамоты от правительства Новосибирской области. Позади лекции, квесты, выставки, всего 250 различных мероприятий. Их посетили тысячи школьников и студентов. Участники фестиваля продемонстрировали большой интерес к науке, а это значит, что у нашего региона есть перспективное будущее. Не просто конкурировать с другими регионами нашей страны, а заявиться на более амбициозную цель – национальное научно-технологическое лидерство. Наш человеческий капитал – это сегодняшние школьники, студенты, молодые специалисты, молодые ученые, которым хочется совершать научные открытия.